Здравствуйте, мои необыкновенные благородные люди этой галактики. Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнца. С вами Евгения, ваш личный таролог. Ну что же, давайте посмотрим, что же у него происходит в жизни. Решаются очень серьезные судебные дела, договора, кредиты, контракты, отпуск, приезд. У кого мужчина работает, например, на выезд за границу, здесь решаются конкретные дела. Кто, да, знаете, что мужчина в разводе, сейчас разводится. Здесь у мужчины конкретно связаны с государственными аспектами решения происходят. Что еще сейчас происходит у него? У многих здесь, кстати, покупка жилья, либо же машины, приобретение чего-то в свой дом. Да, возможно, кредит оформляет, либо же документационно что-то для того места, где он находится, где он проживает. Что еще в его жизни происходит сейчас? Встречается с мужчиной, здесь мужчина дает ему советы, здесь мужчина дает ему подсказки и, знаете, такие очень хорошие, мудрые советы, которые необходимы вашему мужчину в этой ситуации. Что еще происходит? Встречается с родственниками, с близкими, с родными, если знаете, что родных нет, здесь круг рабочий, либо же очень близких друзей, время именно там мужчина проводит. Ну что же, ставьте лайк, пишите, принимаю, благодарю, непременно подписывайтесь на мой канал. Пока.